Всем привет, меня зовут Соф, и добро пожаловать на мой канал, и в этом видео я хочу рассказать о плюсах учебы в колледже. Первый плюс – это винегрет из людей. Там очень много разных людей, разного возраста, разных профессий, и всех у них, конечно, единая цель, да, защитить свой диплом, но, тем не менее, мне очень понравилось то, что в колледже я нахожу себе единомышленников, и это реально круто. В отличие от школы, в колледже немножечко все по-другому, люди будут более к вам дружелюбны, лояльны, просто потому что, наверное, большинство из нас имеют такой негативный опыт общения с одноклассниками, какие-то конфликты, обиды, и приходя в колледж, они пытаются их из своей жизни исключить негатив. Все, конечно, зависит от каждого человека отдельно, но лично у меня группа очень дружная. У нас, если есть конфликты, но так, они быстро разрешаются. Нет такого, что у нас там кто-то кого-то ненавидит, кто-то кого-то булит и так далее. Что еще хочу сказать? Плюс колледжа – это материальная поддержка. Лично у меня стипендия 7000 рублей, и, в принципе, за полгода 7,6, 42 тысячи. Грубо говоря, 45, если там посчитать вот эти все копейки. Я считаю, что это прекрасно, это реально круто. Также хочу сказать, что в колледже вы можете себе составить портфолио, именно уже связанное с вашей специальностью, потому что там будет очень много мероприятий, очень много олимпиад для студентов, и вы можете выбрать себе любой вектор и развиваться в нем, и вас будут за это только по головке гладить. В школе у меня была такая ситуация, когда я выиграла какую-то олимпиаду, меня там похвалили, но я знаю, что бывает, кто-то приходит, выигрывает муниципальный, городской уровни олимпиады, им просто одну пятерку ставят, и все. В общем, в колледже за то, что я выиграла IQ года, за то, что поехала в Бауманку, мне поручили поднимать флаг, мне подняли стипендию, меня хвалят, и я вижу вот эту вот поддержку. То есть у вас будет поддержка преподавателей, которые заинтересованы в том, чтобы дальше вместе с вами за ручку идти по какому-то там пути, может быть, научному, творческому. Это тоже очень-очень хорошо. Еще один плюс – то, что вы будете учить предметы, уже непосредственно связанные с вашей специальностью. То есть вот эти вот «Али, мне это не нужно» у вас отпадет. Также вы получите опыт работы непосредственно на производстве, получите, может быть, какие-нибудь связи, которые помогут вам в будущем устроиться на какую-нибудь работу. Также хочу отметить, что в ВУЗе вам будет намного легче учиться, потому что у вас уже будет база и фундамент. Еще один плюс для мальчиков – когда вы выйдете из колледжа и пойдете в армию, вы уже не будете обычным рядовым, вы, может, станете уже ефрейтором или старшиной, потому что обычно в армию забирают после школы, а вы уже будете постарше. И, возможно, у вас даже будет какая-нибудь там профессия в армии посолиднее. А на этом все. Всем спасибо большое. Всем пока.